Всем привет, вы смотрите канал GameBreak. Сегодня с вами поговорим о моем очередном наборе. Это УАЗик, УАЗ-469. Набор из деталей Лего. Запаковано это все в коробочку, затянуто пленкой. Изображение автомобиля, УАЗик. Мое имя. И написано, что 181 Лего деталька. GameBreak. Открывать я его не буду, это на продаже. Покажу сейчас свою модельку, которая останется у меня. После каждого набора, который я делаю, одну модель я оставляю себе в собранном виде, чтобы стояла и радовала глаз. После сборки цветная инструкция, все красиво там, собирается достаточно просто. Получаем вот такой вот автомобильчик. УАЗик 469. Сделал я его в темно-зеленом цвете, с черной крышей, крыша съемная, 4 двери, точнее 5 дверей. Сделать не получилось, слишком это все плотненько. Получилось сделать по одной двери на каждом борту. Не по две, как в оригинале, по одной. Ну, к сожалению, приходится идти на такие вот уступки. Либо вообще без дверей делать, нарисовать их. Либо вот сделать таким образом. Давайте сразу функционал покажу. Сделано это все, сразу скажу, в 40-м масштабе примерно. То есть под масштаб мини-фигурки. Все это миленько, аккуратненько. Принты спереди. Решеточка сделана, чтобы было узнаваемо. Ну, действительно узнаваемо, на мой взгляд, получилось. Звезды на боках, принт. И сзади вот фонарик. Тоже принт. Из функции открываются двери. Одних мы, конечно, чуть позже остановимся, но вот двери, это там прям мое ноу-хау, как их сделал. Дверки открываются. Открывается задняя дверь. Для этого откидываем запасочку в бок и открываем задний борт. И снимаем крышу. Крыша держится на двух пинах, поэтому снять ее достаточно просто. Два пина, то есть можно ее сделать в виде кабриолета. Как кабриолет, он тоже выглядит очень даже презентабельно. Долго заморачивался, как сделать так, чтобы посадить две мини-фигурки внутрь, причем рядышком, и чтобы это не выглядело ужасно, как, например, у той же Брикмани, вот эти двери вот топорщатся, торчат дико-дико. Мне очень не понравилось, как они сделали. Но в итоге вот получилось такое решение. Смотрите, дверки в таком виде, они под лицо с машиной, то есть не выпирают. Если мы сажаем фигурку, открываем дверь, место для фигурки. Так, руку надо поднять. И для второй фигурки. Двери закрываем. И фишка двери, то есть можно их сделать вот так вот, закрываем, видите, они чуть-чуть отходят тут, и ровно их тягиваем так, что они, конечно, чуть-чуть выпирают, но пластинка может даже чуть меньше, но при этом это не смотрится убого, то есть все аккуратненько, не слишком широко, и вторая дверка вот точно так же. То есть их можно сделать вровень с кабиной, можно, чтобы чуть-чуть выпирали, но в таком случае у нас получается посадить бок о бок рядышком две мини-фигурки Лего. И закрываем. Так, сейчас, секундочку. И закрываем крышу. Сиди. Ну, таким образом это все выглядит. Данные наборы продаются у нас в нашем магазине на сайте shopgamebreak.ru. Пока я собирался сделать обзор, уже практически все купили, там несколько штучек осталось. Ну, вот в итоге получается такая вот симпатичная машинка, да, забыл сказать, тут есть еще фаркопчик, можно что-нибудь цепануть. Например, пушечку или еще что-нибудь. Ну, такой вот автомобильчик. И чуть не забыл, по приколу сделал вот такую вот версию для себя. Продавать его не собираюсь, принтов, к сожалению, пока не сделал, ну вот одна машинка в такой вот нашей милицейской расцветке. Пришлось вот чуток переделать. Место для заключенного сзади. И такой вот автомобильчик, такая вот парочка машинок у меня стоит на полочке. На этом я с вами буду прощаться. Будет желание, приобретайте. Можете просто оставить комментарий, рассказать, что думаете о всем этом. В следующий раз постараюсь показать мои очередные модельки. Я еще
Хамви не показывал, Кугар на подходе, уже сделанный, но еще не инструкции еще нет, коробки не делал, и BMP-1 тоже. Если кто-то следит за нашим инстаграмом, инстаграм GameBrick подчеркивание store, можете подписаться, вот там вот более это все оперативно появляется, чем на канале. На этом я с вами буду прощаться, ребята, до скорой встречи, всем пока!